Друзья, рада вас видеть. Всем привет. Привет. Самые преданные наши болельщики встречают двукратного олимпийского чемпиона Женю Гребенникова. Как дела, как настроение, какие красивые шарики, вы вообще большие молодцы. Спать, конечно, хочется, но ради такого мы жертвуем своим сном. Дополнение. У Жени было день рождения, поэтому приготовили ему подарок на день рождения. Так, рассказывайте, что это? Оператор? Да. Подснять? Powerbank с нашим логотипом питерского прайда. И флешка, где написано «Вперед Зенит, вперед за Питер». Так что будет хранить там свои фотографии из Зенита, а здесь, соответственно, заряжать телефон. Идея – огонь. Но самый главный вопрос. Соскучились? Конечно. Вот же Женя. Мы тоже очень соскучились и уже просто ждем считанные минуты. Люди потихонечку начинают выходить. Я сейчас отключу микрофон, чтобы мы смогли встретить Женю, как полагается. Как уронешь? Одеть? Женя, я сейчас буду плакать. Да зачем еще плакать? Это просто медаль. Да? Женя сказал, что это просто медаль. Просто всего лишь золотая медаль Олимпийских игр. Жень, как себя чувствует двукратный олимпийский чемпион? Очень довольный. Очень довольный. У нас это был турнир очень тяжело. Тяжелый нам, но мы старались и выиграли. Классная атмосфера была в Париже. Просто играл перед семью, перед друзьями, перед фанатами со сборной Франции. Это было очень приятно и довольны. Просто мы им большой подарок сделали. Мы очень сильно тебя поддерживали здесь и очень рады, что ты вернулся. И вернулся не просто с пустыми руками, а как обещал в конце сезона, ты привез медаль. Да, да. Мы... Как закончили Токио, мы уже готовились на Париж, просто это дома у нас. Были вот эти Олимпийские игры, и мы хотели хорошо играть. У нас желание было со стафом и с нашей командой выиграть медалью, как в Токио. Чтобы на память была хорошая память после такой игры в Париже. Просто это последний раз, когда были Олимпийские игры в Париже, это было 100 лет назад. Это вот этот только один раз в жизни, думаю, вот это может быть. И я очень довольна, просто мы самую красивую медаль забрали. Я тебя поздравляю. Ты мне пообещал в прошлом сезоне, в конце сезона, что постараешься сделать все, чтобы вернуться в Питер с медалью. А теперь я хочу тебя попросить, чтобы ты пообещал, чтобы следующая медаль была тоже максимально скоро. Да, будем стараться. Со «Зенитом» делать максимум, чтобы тоже выиграть золото. Это что «Зенит» ждет уже несколько годах, и надеюсь, что вот этот год – это наш год. Я тоже надеюсь. Можно я не буду снимать, я ее буду теперь всегда носить? Ну, принесешь потом мне ее во Францию. Во Францию я приеду. Хорошо, отлично, приезжай.